Это сервис путешествий Туту и авиакомпании Nordwind. И вместе мы разыграем путешествие в Армению. Уже сегодня один счастливчик отправится из электрички в этот самолет. Добрый день, уважаемые пассажиры. Наверное, скоро уже можно сказать добрый вечер. Кто готов сегодня отправиться в Ереван? Все, что нужно, это паспорт Российской Федерации и желание на 3 дня подарить себе приключения. Звучит заманчиво, да? Возможно, этот человек спит, но он хотел бы в Ереване оказаться. У вас как желание есть? Нет? Ереван. Я бы сам туда поехал. В Калифорнии оказаться, да. Ну что, мы вынуждены стоять в тамбуре между первым и вторым вагоном. Прошло 40 минут, а мы так и не можем продвинуться дальше. Аншлаг, пятница. Но мы верим, что сегодня найдем путешественника, который отправится в Ереван. Маленькие тайны. 5, 6, 7, 8. Тихие мечты. А вы сейчас куда едете? На репетицию. У нас в воскресенье 2 концерта с группой. Вы бы бросили все и уехали сейчас в путешествие. Готовы поехать? Нет, я не могу. Я музыку не могу бросить. Если только мне скажут, езжай на концерт куда-то, туда я поеду. А если просто отдыхать, нет. Я выберу музыку и работу. Весомо, весомо. Хорошего вам пути, отличной репетиции. Кто готов сегодня отправиться в Ереван? А попутешествовать? Отправились бы в Ереван, не? Ереван? Да. С удовольствием. Серьезно? Нет, ну давайте так. Дел нету до понедельника, до вторника. Давайте. Нет, не могу. Есть дела. Занят, конечно. Все, хорошо. Вопрос такой. Отбросив все дела, сегодня вы готовы были бы отправиться в путешествие? С семьей. Хорошо. А вот если вы один бы поехали сейчас? Нет, а почему я один, а не со мной по-любому? Я без них никуда. Семья не может, только один. Не, я бы так не смог делать. Вижу вас. Нет, это точно не вы такой. Нет, Саня, это точно не я. Вы бы бросили все дела, уехали? Нет, конечно. Почему? Ну, работа все равно обязывает. Ну, может быть, можно позвонить на работу и сказать, алло, шеф, у меня будет путешествие? Нет. Нет, это не работа получится. Более строгая, да? У нас скоро конечно, а мы в надежде найти путешественника, который сегодня готов отправиться в Ереван. Готовы? Нет? Готовы? Паспорт. Да ладно! А у вас паспорт есть с собой? Зачем? Хороший вопрос. Не надо никуда приглашать, я не поеду. Ну хорошо, мы просто предлагаем. Вы просто меня смотрите, я думаю, вы, может, сейчас согласитесь. Фишка в том, что вы должны согласиться сделать это прямо из электрички и поехать с нами вместе в Шереметьево. Вот наша большая команда. Нет. Ну, я не готова? Нет. Ну, чуть-чуть. Ну, так, на 3 дня и обратно, нет? Парни, вы нет, не готовы поехать? Нет? Понял. Отбросить все дела на ближайшие 3 дня и отправиться в путешествие в Ереван. Это прям вот просто так, на серьезных, прям ну, серьезно. Ну, не просто так. Мы сделаем так, чтобы вы прилетели, даем даже с собой денег, даем отель с завтраками, возвращаетесь вы в понедельник. А что для этого делать надо? Вот ну, честно, где? Честно. В чем вам соль-то? Это же понятно, что это не просто так. Ну, во-первых, это же, конечно, реклама. Нет, ну где, ну не может быть, ну мы в России живем, сам понимаешь. Давай так, билет берем прямо сейчас, вот. Вот реально, билет прям берем сейчас. Вот готовы или нет? Нет доверия? Не знаю. Смотрите, мы к Александру подъезжаем, решайте. Осталось чуть-чуть, все. Просто самолет уже, билет скоро. Только один. Или что? Как зовут твою спутницу? Наталья. Наталья, паспорт Российской Федерации есть? Паспорт Российской Федерации. А мы двоих можем отправить? Паш. Можем отправить двоих? Да? Буду сам уехать. Ребят, принимайте решение прямо сейчас. Если да, мы не едем сейчас обратно на этой же электричке в Москву и там ищем пассажиров. Если вы сейчас готовы? Вы готовы? Давайте, езжайте, езжайте. Что пишете, скажите? Тут бесплатно. А, вы можете посмотреть еще выпуски. Смотрите. Ну, давай, посмотрим. Это мы в Катар отправляем. В понедельник возвращаемся. Ну, вот эти двое, да. Конечно. Ребят, это правильно. Мы согласились, все. Все, вы согласны? Да. Жмем руку? Вообще.
На финальной станции мы договорились с Федором, с Натальей о том, что они едут. Мы будем оформлять сейчас путешествие. Ну, два билета же туда и обратно. Да. Итак, оформить билеты. Нажимайте. Итак, готовы? Вдвоем. 3, 2, 1. Как видите, мы в Армении. Поэтому, если к вам в следующий раз подойдут электрички, соглашайтесь.